Пчелки мои, всем привет! С вами, как всегда, я, Мега-Неоновый, дедушка Никита. И сегодня мы с вами будем трейдить, знаете кого? Да знаете, конечно, вы же почитали название уже. Будем трейдить с вами Мега-Неоновую Фрогу. Если кто-то забыл, как выглядит Мега-Неоновая Лягуха, сейчас я вам покажу, как она выглядит. На самом деле, очень недооцененный почему-то питомчик. Очень он красивенький, очень он мне нравится. Вот сейчас мы можем на него... Ну как же бесит это обновление с эмоциями, ребята! Я не могу больше играть в это. Они начинают выть как сирены. Если ты ее не свозил поспать, это все. Это можно выключать адоптами, потому что она начинает орать как сирена. Давайте вообще соберем, короче, петицию на то, чтобы адоптами поменяли звуки. На Change.org соберем петицию. 1100, да, или вот давайте 200 тысяч, вот сколько у меня подписот есть. Каждый, если подпишет петицию, мы сможем поменять с вами огромное вот это огромная орда русских игроков, СНГшных игроков, может поменять игру вообще, я вам говорю, кардинально, абсолютно кардинально. Смотрим, что мы сейчас могут предложить. Лаванда официал 1 предлагает мне трейдик, предлагает она мне бублиса фулграуна, нет. Спасибо большое, вообще неинтересно, до свидания. И вот это, вы посмотрите, сколько здесь вонючих питомцев. Они воняют все. Тут каждый пет замученный, вы посмотрите. Они все замученные. У черепахи глаза уже просто вываливаются, она спать хочет. Вы посмотрите, они все воняют. К какому ни подойди питомцу, они все воняют. Короче, здесь такая стратегия должна быть. Либо они меняют, что питомчик хочет спать там раз в два дня, и его мыть надо там раз в три дня, чтобы питомцы вот в таком ужасном состоянии. Вы посмотрите, тут везде мышкара, везде вонь. Это просто ты приходишь... Ты приходишь как на свалку. Вот здесь вот, чтобы потрейдиться, ты зашел на свалку. На свалку. Посмотрите, здесь куча вонючих петов. Они все воняют. Везде это мошкара и везде вот эти вот линии вонищи. Господи, что ж вы сделали с игрой-то, ребята? Чё ж вы... Невозможно каждый раз бегать и трейдить... Ой, господи. Бегать и чинить питомца. Бесконечно. Бегать и чинить питомцы. Естественно, когда вы трейдитесь, вы стоите просто в центре карты, и вам вообще не важно там, что с питомцем происходит, потому что вы зачастую уже его полностью, например, прокачали, да, у вас фулочка полностью. Фиговенький трейд был, не хочу даже вообще смотреть на такое. А что теперь? А теперь, что мы получили? Вроде обнова была с хорошим посылом, да? Сделать игру более разнообразной. Но во что это превратилось? Это превратилось в свалку просто вонючих питомцев, которые воняют, которые болеют, от которых запашина несет. В центре карты. Устроили какой-то бомжатник в центре карты. Вы посмотрите. Не, маленький трейдик не могу. Не могу на такое согласиться, извините, пожалуйста. Давайте-ка, наверное, начнем сейчас писать в чатик. Или списочек вам сначала назвать. Могу списочек назвать. Давайте я вам списочек зачитаю. Розовые блокноты взяли. Розовые блокнотики все на месте. Розовые ручки, розовые карандаши, розовые фломастеры. Все на месте. Забрали, все. Берем, достаем из пеналов и записываем. На что можно потрейдить МФР лягушку? Вот сейчас на февраль 2021 года. Или сейчас не февраль. На конец марта 2021 года. НФР черепаха. НФР кенгуруха. НФР скиллерекс. МФР куала. НФР крокодил. МФР пчела с огромной-огромной добавочкой. Поэтому сейчас мы будем это все и просить. Мы можем подготовить с вами заранее текст. НФР! Корова, слушайте. Да, я пока что нажму. Давайте посмотрим, сейчас будет... Что сейчас будет? Тупой трейчек! Да, тупой трейчек! Да я бы даже на самом деле не согласился. Я бы и не согласился на это. Ну и вообще не надо мне, не звони, ага, до свидания. Ля какая, подошла тут ко мне, предлагает НФР корову. Не, я бы, наверное, даже не согласился. Ты, конечно, не согласился. Я хочу НФР кенгуруху или НФР черепаху, а мне предлагают НФР корову. НФР корова тоже ценная. Тут без сомнений, конечно, но... Фиг знает, фиг знает,
фиг знает. Я бы не согласился. Вот я говорю, я бы не согласился на НФРК ровно. Если вам нравятся коровки, можете соглашаться. Так, предлагает мне Flyride Albino Monkey. Когда к нам вернется обновление с Albino Monkey? Меня очень интересует Albino Monkey и Toy Monkey и Business Monkey и вот эти все манки, когда они к нам вернутся. Мне очень-очень интересненько. Интересненько. Нет, очень маленький трейд. До свидания. Что, угораешь, что ли? До свидания. Скверти, как ты и говорил, кушать, и я кушаю. Умнички, пчелы, вы большие молодцы. Естественно, я вам напоминаю, те, кто хочет испытать тройной вкус во рту от любой еды, от любой абсолютно, просто включайте мой видос и начинайте кушать. Моментально. Вот кушайте шоколад. Вот мне, кстати, комментарий очень понравился. Кушала горький шоколад, стал сладким. Представляете? Девочка кушала горький шоколад, а он стал сладким. Вот до чего доводят видосы Никитоса. Вы представляете? Обязательно проверьте, отпишитесь в комментариях, что вы кушали, что усилилось во вкусе. Я не знаю, как это работает. Никто не знает, как это работает. Это просто магия. Никитосова магия. Предлагает мне золотого гриффина. Нет, очень маленький трейд. До свиданицы. Кстати, я что хотел сказать. А лягушенька-то у нас уже олд. Ага, неожиданно. Олд. Лягушка-то у нас олд. Я совсем про это забыл. Она же у нас из австралийских яиц падала. Насколько я помню, да. Из австралийских яичек она у нас падала. Прекрасная лягушка, олд. Шикарная, шикарная. Сколько у нас уже яйца австралийские? Как давно ушли? Сколько времени прошло уже? Ну не полгода точно. Поменьше, чем полгода. Ой, ты что, господи. Да господи, ну до свидания. Лаванда, да до свидания. А, она пишет, это подарок, пчела, извини. Не, я же не принимаю подарочки. Вы же прекрасно все знаете. Я не принимаю подарки. Вы все прекрасно это знаете. Спасибо большое, кто хочет что-то мне подарить, ничего не надо. Оставьте все себе, лучше потрейтесь. Переходим с вами к жесткой стратегии. Начинаем писать в чатик. Начинаем писать в чатик, и вам же никто не запрещает, ребята, вот писать так же, как и я. Смотрите, трейдинг, мега, эксклюзивная, Old Frog. Кто-то включил танцпольный шарик. С музыкой вообще не хочется. Нет, да ты издеваешься? Ты за мной, что ли, бегаешь с этим шаром? До свидания, отойдите, пожалуйста. Танцпольный шарик меня дико уже напрягает, потому что сколько уже, второй год идет, я его слушаю. Очень сильно раздражает эта музыка. Трейдинг, мега, эксклюзив, Old Frog. Вы посмотрите, он за мной бегает. Не надо, я не хочу это слушать. Мега эксклюзивный Old Frog. Шикарно звучит, шикарно. Тоже, когда трейдитесь, используйте слова эксклюзивный, супер, мега или еще какие-нибудь. Это не запрещено. Для вас это может быть супер, мега. Для вас это может быть эксклюзивный питомец, понимаете? Эксклюзивный для вас. Он у вас один такой. И надо убегать от шаров. Они достали. Атака шарами. Это сложные трейды, сразу вам говорю. Это сложные трейды, потому что все, что ниже леги, это сложно. Это все сложно. Что ты мне предлагаешь? Какой пингвин? Какая манки, Флайрайд? Да до свиданицы. Да до свиданицы. Как вы меня замучили с этими танцпольными шарами? Отойдите. Так. Нет. 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 И нет. И нет. И... О, слушайте. Вот здесь уже можно даже подумать, наверное. Здесь можно подумать, и мне кажется, это норм трейд, ребятки. Мне кажется, давайте пока первую галочку прожмем. Вообще, по-моему, вообще неплохо. Сейчас проверим, тупой трейд-чек или нет. Тупой трейд-чек. Я, короче, нажимаю на галочку, и мы сейчас проверим, тупой трейд-чек или не тупой трейд-чек. Ну-ка. Ангелина. А, тупой трейд-чек! Тупой трейд-чек. Ну и до свиданицы. Ля курва какая, а? Курва. Новый человечек предлагает нам трейд. Давайте посмотрим, что... А, уже все, он уже с кем-то трейдится, к сожалению. Продолжаем спамить чат. И сейчас я уже начинаю капсом писать. Смотрите. Трейдинг мега-эксклюзив Old Frog. Это маленькая такая махинация, но она не запрещена. Она не запрещена, можете пользоваться, брать на вооружение, так сказать. Так, еще раз она мне предлагает. Давайте посмотрим, что она сейчас может предложить. Ну нет, сейчас ты мне предлагаешь полную шляпу. Сейчас ты мне предлагаешь полнейшую шляпу, не. Одна неон бетка, это черепаха. Вот одна неон райт там флай бетка, это черепаха. А тут ты мне надаешь... Ой, нет, не хочу. Вот тот трейдик был хорош. А сейчас ты мне предлагаешь что-то фиговенькое. The Puppy Pack предлагает мне трейд. Давайте посмотрим, что сейчас она мне может предложить. Очень интересно. Так, Скиллерекс. Арктик олень. Так, еще что-то.
Не. А почему вы меня спросите, это сложные трейды? Это потому что на них надо выделять очень много времени. Ну, прям реально много. Вы можете даже не один день трейдить на то, что вы действительно хотите. Вот на то, что вы действительно хотите, можно трейдить и неделю. Я по себе знаю. Вот то, что вам надо, вот конкретно вам надо, вот за лягушку получить NFR кенгуру. Это реально, вполне. Это вполне реально. Но на это нужно уделить очень много времени. Если у вас есть много времени, вы можете уделять это. А тем временем мы продолжаем спамить в чатик. Одна корова. Кто? Нет. Уни, флайрайт. Нет. Да нет, до свидания. Макарна! 3-4-4-4. Давайте посмотрим, что она сейчас может мне предложить. Макар. Так, НФР. Пчелка. НР, снеговик. Не. НФР, пчела. НР, снеговик. Чуть-чуть рейн и джинджер. Не. Такое. К большому сожалению, сервер попался очень-очень зажратым. Ничего мне здесь не предлагают вообще. Но мы, конечно же, не огорчаемся, затрейдим ее в следующий раз. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, потому что это очень-очень важно. Увидимся с вами в следующем видео. Пчелки мои, всем удачи и всем пока-пока.